Игра просто байтит. Да, это вторая часть. Так, все, это уже начало? Гнездо ласточки. Опа-на. Знакомый друг. Он подрос, кстати, судя по всему. У нас есть какие-то навыки, типа, с первой части, нет? Вряд ли, наверное. Иначе в чем смысл? Мы всегда будем помнить рассвет. Когда в Нибель вновь пришла жизнь. И Нару здесь. Это кто у нее, совеночек в руках? Да, это совеночек. Такой маленький, миленький комочек. Мы назвали ее крошкой Ку. Пипо Хаппи. Это мило, это действительно мило. Куда это он ее забрал? Для обучения какого-нибудь? Ну а мы чё спим? Пора вставать. Проснулись, потянулись. Есть что-нибудь здесь в начале? Потом она вырастет и узнает, что приемная. Блин, а за ними мы не можем так пойти. Она сейчас научится летать, да? У нее одно крыло какое-то опаленное немножко, что ли. Не хочется кушать. Что совы вообще едят? Это же хищники, по идее. Должны кушать мясо. О, немеры. Прикольное начало, знаете, как будто мультик такой смотришь, прям какой-то диснеевский. Вскоре небо воззвало к ней. Услышали это и Нару с Гума. Ого, она подросла уже как, обалдеть. Филс Бэтмен. С таким крылом особо не полетаешь. Уню-ню. Так, пойдем за ней скорей, чтобы она в беду не попала.
А то в депрессии можно всякое совершить. Неодобрительное. Ну, интересно, как она будет вообще с нами бродить по миру? Она будет как полноценный спутник, такая гигантская совуха? Это же будет жестко. Так. Ответ пришел из прошлого. Но я боюсь, вдруг сейчас можно упасть и тупо сдохнуть. Это было бы самое нелепое, что можно совершить вообще. Последний подарок матери. Фига, у них тут как обустроено все. Перо Кура. Вы освоили новое умение. О, найс. Парить теперь можем. Кое-что все-таки осталось. Мы его подарим совушке? Как заплатку, что ли? Одно перо, черт побери, как все крыло. Жесть, у него зубы, конечно, криповые. What? Это будет работать? Мы на ней прям летать можем, что ли? Ну-ка, погоди-ка. Она просто парит так же, как... Она же парит точно так же, как будто мы на пере просто летаем. До неба был шаг. Опа-на. Это что, это типа секретик какой-то? Мама с небес за нами наблюдает? Что-то не сработало, по всей видимости. А, нет! Блин, если она прям летать сможет, это будет супер балдежно. Слышите попёрживание звука тоже?
Это места из первой части, по-моему, да? What the fuck? Да, эти, конечно, попёрши немного портит все. Ну вот, видимо, один из багов. Страшный звук, как будто синий гранд смерти. Есть такое. Так началась история разлученных бурей. То есть нам еще найти друг друга нужно. Опа-на, это что такое? Кошка? Лиса? Сейчас посмотрим, может, в настройках есть какая-то опция в плане звука, которую нужно отключить или подрубить наоборот. Чернильные топи. Так, у нас 3 манны, 3 хпшки есть. YXB. Это, видимо, будущие какие-то обилки, что ли? Всех попердывает звук. Чернильные топи. Давайте сходим сначала налево, что ли, посмотрим, что там происходит. Там внизу скиллпоинт целый есть. Блин, хз, куда идти? Ну ладно, пойдем сначала налево. А мы же не можем теперь мочить врагов. Сфера жизни. Вы нашли сферу жизни. Собирайте их, чтобы восполнить запас жизни Ори. Ну, мы это нашли, да, но забраться мы туда пока что не можем никак. Или можем? Почему ХП опять растеряли всю форму? Ну, иначе было бы, наверное, не супер интересно. Если бы у нас все прошлые навыки остались. Постарели, что поделать. Короче, это нужно сверху как-то забраться туда. Сейчас мы не сможем. Хотя, погоди-ка. Возможно, и сможем. Яйкс. Можно раскачаться на ней? Светлые озера, чернильные топи. Так, это мне надо. Еще не самый жесткий баг, ну посмотрим. Может быть, к завтрашнему дню уже в целом пофиксит в патче первого дня какие-то баги. Вы нашли фрагмент ячейки жизни. Поищите еще один и ваш максимум. Да, здесь вот так вот нахрен. По половинкам дают. Так, а мы не можем же сейчас этим пользоваться. Да, мы не можем. Окей, надо уходить пока отсюда. У меня здесь нет способностей. Пойдем направо.
Малый сосуд с духовным светом. За духовный свет можно выменять у знакомых что-нибудь интересное. Или улучшить осколки духов. У знакомых что-нибудь интересное. Окей. Fuck me. Блин, без атаки я чувствую себя пока что совершенно беспомощно. Удерживайте и нажмите, чтобы упасть сквозь платформу. Опа-на. Плюс 50, кстати, вебку можно переместить, наверное. Там иногда всплывают ячейки опыта. Кнопку этой фигни поменяли, и некоторое время переучивался. Но посмотрим, у нас пока еще нет навыков для того, чтобы забираться, я так понимаю, да? Так, окей, куда мы приперли? Смотрите, вот эти светильники напоминают мне о светильниках из первой части, которые можно было зажигать. Нажмите, чтобы подобрать факел. Так, они будут бояться? А я могу мочить факелом? Обалдеть. Сфера духовного света с духовной... Спасибо, что еще раз мне это сказали. Да здесь от... Типа прямо в мире можно сражаться. Так, каменных ключей у нас пока нет. По звукам, чуваки, не громко, ничего, все нормально. Так, это пока что нельзя. Нужно пока что найти друг друга, я так понимаю, да? Это главная цель. Вообще не написано, что нужно сделать. Приветики. Поговорить с Током. Не знаю, озвучивать персонажа, не озвучивать, чуваки. Нужно этого? Не нужно? Не озвучивать? Окей. Торан, Атан. Хотя, типа, он говорит на каком-то непонятном языке. Можно и озвучивать. Ты ведь вообще не из Нивина, да? Я много где побывал, но таких, как ты, ни разу не видел. Ты с другого берега. В общем, я Ток, путешественник. Странствую в этих краях, но только там, где все не так плохо. Я сейчас пытаюсь укрыться от бури, но если ты хочешь идти дальше, то тебе через врата духов на востоке. Чтобы их открыть, нужно два каменных ключа. Вот таких. А вон в той пещерке как раз есть второй. Вот только чтобы его оттуда достать, нужен кто-нибудь половчее меня. Что скажешь? Пропавший ключ, новое задание. Ха. Квест. Окей. Опыт давай, падла. Так, пещерка у нас наверху, да, а внизу что? Секретики. Все нравится, кроме того, что вместо полезных секреток теперь здесь куча бесполезных. Но пока что я не вижу ничего такого. Все как и в первой части, по-моему. Ой.
Тут же теперь система сохранений совершенно другая. Все автоматически сейвится на чекпоинтах, да? Ты не можешь сам устанавливать точки сейвов. Окей. Это что за страшилкинс, чувак? Жесть, он резвый, конечно. Я играю не на среднем, я играю на максимальном. Запрыгните на синий мох, чтобы уцепиться. Так, мой факел потух. Окей, что вы хотите мне сказать? А забраться можно поверху, что ли? Да, действительно. Так, а если мы пойдем не за ключом? Хотя в целом можно и забрать ключ, почему нет? Каменные ключи отпирают врата духов. Да, мы знаем про это. Так, а можно карту как-то приблизить? Да, можно немножко приблизить. Смотрите, там что-то прикольное осталось. Горлекова руда какая-то. Но я, видимо, пока не могу ее забрать. А вот и ты, что это у тебя? Каменный ключ? Вот, держи еще один, как я и обещал. Я птица честная, слово свое держу. Теперь я смогу и дальше странствовать по утерянным шедеврам Нивена, пока они еще есть. А ты можешь и дальше чем-то там заниматься. Желаю удачи. Плюс ключ. Вот эту вот штуку понять, как отпереть, но, видимо, тоже нужно что-то зажечь или рычаг какой-то подвигать. Ячейку маны было бы неплохо забрать. Ого, он согрелся. Так, а плавать же можем? Плавать можем. О! What the fuck? Здесь что-то светится такое примечательное. Но никак не могу с этим взаимодействовать. W.
босс. Пусть делает. Это, видимо, первая встреча с ним. Скорее всего... Так, для разогревчика. Потом мы, видимо, еще с ним встретимся, с собачарой. Так, окей. Мне, видимо, обратно. Интересно, появится у нас потом какое-нибудь постоянное оружие? Не только факел. А что-нибудь там, типа, не знаю, меча какого-нибудь. Какого-нибудь аналога. Логово Воя. Так, окей. Еще один ключ. Давайте спустимся вниз. Но запрыгнуть мы сюда не сможем пока. Нужен второй прыжок, походу. Прикольно, что физика такая у объектов есть. Все вот эти вот холмики подгинаются там. Кости тоже, видите, как работают. Лисичка. Или что ты такое? Блэк лисичка. Так, это что-то новенькое. Возможно, как раз двойной прыжок. Засиял древний свет. Тем временем Нару и Гума искали путь во тьме. Но они выглядят дружелюбно. Ты не как те, другие. Та, что кричит, тот, что воет. Тебе сияет древний свет. Дерево вспомнило, узнало, засияло. Оно поделилось с тобой воспоминаниями. Клинок духа, вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке какой-нибудь. И удерживая ЛТ. Так, вы сможете выполнять комбо-атаки. Давайте сюда его поставим. Давай, используй свет, хотим взглянуть. Найс. Жестко. Что это за убер-слэшер? Большой, длинный, действительно.
Здорово. Не забывайте, что они, блин, стреляют все-таки. В этом опасность. Здесь, походу, гораздо сложнее будет с противниками справляться. Нужно держать их на близкой дистанции. Вы получили новый осколок духов. С ним вы протягиваете сферы издалека. Для использования нажмите... What? А, вот оно что. Ну да, похоже на самом деле на Hollow Knight. Вы протягиваете сферы с расстояния равного половине экрана. Ну, поставим. Я, если честно, не вижу ничего плохого в таком использовании навыков. По-моему, так даже интересней. Так, карту нужно включить. Свет тебя слушается, значит, ты и правда дух. Мы, Моки, думали, что духи давно покинули Ниван. Навсегда. Пока-пока, духи. Ты кого-то ищешь, а мы знаем того, кто поможет найти. Великий, великий заросший. Иди к хранителю топей. Топей. Кволок поможет тебе отыскать путь. Так, это туда нам нужно идти, да? Поговорите с Кволоком, хранителем топей. Моки утверждают, что он поможет вам разыскать Ку. Награда 200. Ну, вы не видите награду за моим лицом, но там 200. Так, давайте сходим, пока у нас же меч теперь появился. Сейчас будем лутать. Собачар, ай. Жесть. Пошел отсюда, чувак. Немножечко опыта. Самые пока что опасные противники — это вот, пожалуй, слизни и резкие вот эти челы. Резкие челы похуже, они более такие живучие, что ли. Так, вот здесь у нас дверка есть, да, какая-то? Надо карту приближать. Рычаг вижу. Можем здесь спуститься? Похоже, не можем. О, зато мы можем подвинуть сюда камень. Типа будет еще два оружия? Не знаю. Было бы прикольно, если бы еще вариации пушек появились. Так, ну подвинули мы камень, ничего. Сфера энергии. Вы нашли сферу энергии. Собирайте их, чтобы восполнить запас энергии. Так, а запас энергии сейчас вообще для чего служит? Потому что я, по-моему, ни разу его не применял. Блин, а здесь, видимо, второй прыжок нужен, да? Чтобы забрать штуковину. Рычаг, точнее, потянуть. Опа-на, колодец. Свет из колодцев можно найти в разных уголках Нивана. Он лечит, исцеляет. Так.
И чё? Мы можем что-то сделать на колодце? В первой части можно было прокачивать навыки на колодце, да? Другие колодцы духов еще не открыты. Надо, наверное, опять сфокусироваться пока что на главных целях. Ой. Ловушкер. Два? Да мне нахрен хана на этой арене, вы чё? Пройдено. И чё это мне даёт? Просто проход дальше. Да, я понял, что здесь разные атаки в зависимости от направления. Можно бить вверх, вниз и так далее. Опачки. Здорово, Свят. Двойной прыжок. Балдеж. Балдежич. Это то, что мне нужно было. Самое интересное, что он даже как бы не по главному квесту. Ну, то есть, может быть, в целом сюда и нужно было обязательно идти. Так, там еще что-то есть. Клей. Вы получили новый осколок духов. С ним вы прилипаете к стенам. Так, поставим. Довольно быстро, да, получили. Не ожидал. Блин, на самом деле меч довольно жесткий. Можно просто типа стоять сверху противника и бить его вот так вниз. Так, ну теперь можно и рычаг опустить тащим-то. Как и в первой части... На максимальной сложности ты не сможешь докачаться до конца. И придется фармить, чтобы все уровни получить. Или здесь в целом не будет такой прокачки. О май эс. Сейчас они особо не ощущаются. Даже есть какие-то. Даже если есть какие-то, ну, типа, аудиобаги, то они не ощущаются. Ну и в целом, вроде, все остальное пока что нормально. Я не знаю, замечал что-то, чат нет. Так, камень мы можем сюда подвинуть. Здесь нет левелов, только прокачка скиллов. И чтобы купить все скиллы, по-любому придется фармить. Бум. Эй, отлепись. Так, плюс ключик. А там нужно два ключа, скорее всего. Погоди, а вот здесь мы до конца дошли? Да, вроде как. Просто такое затемнение странное. Ишь какой, вот пока реально доджи не хватает каких-нибудь, ну, типа, а-ля перекатов или чего-нибудь такого, хотя бы дэша какого-нибудь вперед, чтобы вот от таких атак уклоняться. Твич написал на о начале стрим, ну, ничего страшного, ничего страшного, мы только начали.
Это ядовитая вода. Так, а наверх можем залезть? В теории можем. Так, а это, видимо, просто шорткат на выход отсюда, да? Или же нет, погоди-ка. Тут есть некая штуковина. Но мы пока не можем, наверное. Да, мы пока что не можем. В первой части для этого был навык, типа удара вниз такого резкого. Хотя, может быть, это даже и не механизмы, они нужны просто для того, чтобы прыгать на них. Фрагмент ячейки жизни, плюс одна хпшка. Блин, подло, конечно, что теперь они поделены на две части. Но это, видимо, из-за того, что карты стало в разы больше. Поговорить с Моки. Давайте поболтаем. Ты дух, что ли? В таком случае трепещи, дух. Перед тобой Мок храбрец. Знаю, неубедительно, но я правда храбрец. Ну или мог бы им стать, будь у меня трофей. Например, ну например, череп воя. Или клык, если череп тяжело тащить. Я слышал, как вой сражался с кем-то на востоке. Может, он там и клык обронил. Побочное задание. Ха, балдежно. Ай. Не ешь. Так, а где мы сражались с ним? Где-то вот здесь, да, по идее? Нет. Он сказал на востоке. А это что такое? Какая-то пусечка. Давайте сюда сгоняем, посмотрим, что у нас тут. О, клык воя, вы нашли новый предмет для задания. Отличный трофей для храброго Моки. Нойс. Так, тебе нужно отдавать, нет? Да, нужно отдавать. Собирать руды. Что не так? Я не понимаю, чем вы недовольны? Всегда, когда выходит какая-то новая игра, блин... Постоянно найдутся люди, которые недовольны всем нахрен. Пока что в игре все хорошо, кроме вот пары багов, типа. Может быть, проблемы с FPS-ом и... Ну, в некоторых загрузках. И звуковых проблем. А так все нормально. Чего вы нахрен недовольны? Вы хотите быть не такими, как все, что ли? Типа? Безрассудство. Вы получили новый осколок духов. С ним вы наносите и получаете больше урона. Для использования нажмите. Наносите и получаете больше урона. Режим берсерка? Ну-ка, давайте попробуем. Ты всем довольна, мисс Вич? Ну, молодец. Молодец. Так, ну-ка, что это такое?
Восстановление. Вы освоили новое умение. Привяжите его к кнопке. Тогда вы сможете получать жизнь при трате энергии. Хилочка. Так, хилочку тогда вот сюда назначим. Да, есть такое, нэп-нэп. Есть такое. Блин, обалдеть он умен. Он как бы предугадывает, куда ты можешь отойти. И прям прыгает не на тебя ровно, а в то место, куда ты будешь отходить. Здорово. Люпо. Нануш. Приветствую, я Люпо, выдающийся картограф. Ну и буря тут разбушевалась, жуть. У меня аж карты промокли. Отдам за полцены. Говорят, ты ищешь пропавшую подругу. А для поисков тебе понадобится карта. Не желаешь приобрести карту этих бескрайних болот за 75 искр духовного света? Ну давайте попробуем, типа, я не знаю. Есть смысл какой-то? Если он всю карту нам разведает, то что, мы, типа, не должны ее изучать? Там останется какой-то туман войны? Благодарю. Так. А, ну просто она как бы серая такая. Ну 75 это недорого, типа, совсем. А что, еще можно делать? Ничему нельзя верить, ничему. Вот, например, эти топи зовутся чернильными, так? Но я и решил набрать тут воды, чтобы чертить карты. Только хорошую бумагу зря я свел. Ну и как тебе этот пернатый путник? Он зовет себя Током. Когда-то Ток был замечательным картографом. Пожалуй, лучшим из лучших. Он многому меня научил. Правда, слишком любит слухи да легенды. Застрял в прошлом. Я вот считаю, что за составлением карт будущее. Ты уж мне поверь. Я свои устаревшие карты на растопку пускаю. Так, ну понятненько. Как в рыцаре тупо очертания. Ну хорошо, на самом деле, вроде недорого. Но в целом это может помочь в случае, если ты не знаешь, где находится какой-то лишний скрытый процент. Посмотрим, что там происходит. Вначале, как обычно, было бы неплохо набрать побольше обилок, типа вот дэш там какого-нибудь, да? Удара вниз, еще чего-нибудь, чтобы открывать карту на 100%. Это еще за Манки Кинг. Хочешь полюбоваться видами? Красиво, правда? Родник во всем своем великолепии. С тех пор, как колеса старой мельницы остановились, пришло и ушло целое поколение Моки. А еще говорят... Это что такое? Что-то недоброе. Крик? Она-то что здесь забыла? Почему же она покинула гнездо? Может, ей что-то угрожало? Уж точно не ты. Ты и мухи не обидишь. Кстати, это надо исправить. Тебе повезло. Дело в том, что я оружейный мастер. Не желаешь отточить свои навыки? На первую покупку действует скидка, так что выбирай с умом. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Турель, рядом с вами появляется сфера духов, которая атакует врагов. А у меня anyway не хватает ни на что сейчас. Не хватает 30 монет. Вы наносите врагам мощный размашистый удар. Так, тоже интересно звучит. Звезда духов. Вы бросаете вперед звезду, и она возвращается к вам, бумеранг. Шип. Вы запускаете мощное световое копье.
Для этого нужно много энергии. Пламя. Вы поджигаете ближайших врагов. Смотрите, для удара не нужна энергия, а для всего остального энергия нужна. Если захочешь проверить себя, здесь неподалеку есть святилище духов. Там можно показать, чего ты стоишь. Мы с тобой еще встретимся. А до тех пор держи оружие наготове и не спускай глаз с неба. Найс, я нифига не купил, блин. Ого! Но он может типа вернуться, да, обратно потом просто. А, вот он, походу, появился снова. Или нет? Короче, он здесь должен появляться время от времени, наверное, да? Так, это что такое? Либо здесь три энергии нужно, либо здесь что-то нужно еще. Так, куда мы с вами идем? Было бы неплохо забрать там сверху светоч. Надеюсь, это стоило того. Комары. Неприятненько. Так, а где по карте находится наш мейн-квест сейчас? Как это посмотреть? Слеживать задание. Что-то я не пойму. Даже сейчас задание не показано вообще в целом. Слух. Офер утверждает, что в чернильных топях у входа в лощину Кволока есть святилище. Туда пойдем сгоняем. Хотя вот здесь вроде как локация заканчивается, да? Мы, Моки, знаем, где упала совушка. Недалеко от дома, который мы покинули. Тихий лес. Жуткий лес. Жесть, ей намного хуже. И дождь льет, и как-то мрачно. И одиноко совершенно. Оре повезло, он упал в какую-то миролюбивую местность. Кволок добрый, Кволок поможет. Не будет неделю террарии еще. Не будет и не будет. Потом-то я к ней вернусь. Взгляд Кволока падает лишь на достойного. Падет лишь на достойного. Ну, так гласит легенда. Это, конечно, не Кволок, а просто статуя. Да и глаз у нее нет. А раз так, о каком взгляде может идти речь? Тоже мне легенда. Эх. Великий Кволок — это никакая не легенда, он и прям существует. Когда свет покинул и его духом и начался упадок, Кволок не опустил руки. Вскоре в лесу, где жили Моки, стало слишком опасно. Если бы не Кволок, им просто некуда было бы пойти. Потому они зовут его своим хранителем. Благодаря ему упадок сюда пока не добрался. Но это пока. Как
когда там ремейк третьего, когда он выйдет, чуваки. Он в апреле там в начале вроде уходит. Так, а мы выйти обратно не можем, что ли? Я бы поизведывал еще локацию. Не лагает стрим, чуваки? Блин, опять какой-то пропуск кадров небольшой. Что ж такое? Почему мне так сори постоянно не везет? Первый стрим по Ори всегда падает FPS. Проседает немного битрейт. Так, вернуться отсюда можно, кстати. На главной странице свеча видел? Ну да. Опа-на! Ничего себе. Дуга духов. Вы сможете стрелять. Так, ну-ка давайте на бишечку назначим. Это тратит немного энергии, похоже. А если сюда вставить, нас убьет? Нет, здесь будет секрет.